Сегодня я хочу показать вам, как сплести вот такой вот браслет из кожи. Для этого нам понадобится кусочек кожи, у меня замша. Правда, неудачно, что у нее с этой стороны основа приклеенная. Ручка, ножницы, железная линейка и дырокол. Для начала нужно измерить свое запястье. Ну, я измерила ниточкой, а затем приложила ниточку к линейке и выяснила, что мне нужно сделать браслет длиной 19 сантиметров. Сейчас покажу, как что делать. Так, берем кусочек кожи. Я прямо прикладываю вот эту линейку сюда. Кстати, забыла, что вам еще понадобится клеевой пистолет, горячий пистолет. Вот, отмечаю 19 сантиметров. Прочерчиваю. Так, тут тоже черчиваю. Вот эту полоску нужно вырезать. Вообще эта идея мне пришла после того, как я плела ложку и посмотрела вот на эту ручку, как она плетется. И решила, почему то же самое не использовать на браслете из кожи. То же самое плетение. И вот я уже быстренько попробовала, сплела себе браслетик. Теперь решила показать вам, как это делается. Так, теперь я возьму где-то по 1,5 сантиметра, очерчу от краев браслета нашего будущего. Вот. Теперь также отмечаю точки как бы середины этого браслета, чтобы сделать прорезь посередине. Вот тоже по 1,5 у меня получается. То есть, значит, общая ширина вот этого браслета у меня 3 сантиметра. Теперь нужно прорезать тут посередине. Сейчас я черчу. Вот по этой линии нам нужно разрезать. Берем обычные ножницы и разрезаем. Так. Дырочку сначала проделаем. И начинаем разрезать.
Я не знаю. Мне кажется, это кожа. Возможно, это как бы кожа, наклеенная на основу. Я не думаю, что это кожа заменитель у меня. Но плохо, что вот эта вот основа, она никак не отклеивается. А так было бы гораздо лучше, если вы найдете кожу, которая с двух сторон выглядит как кожа. Так, далее. Ну вот основа браслета у нас уже готова. Теперь нам нужно взять длинную полоску, отчертить 1 сантиметр. Ну, как бы отрезать такую полоску шириной в 1 сантиметр. Желательно подлиннее. Кожа тут у меня всякая ерунда вылетит. Так. Берем и постараемся сделать полоску шириной 1 сантиметр. Если что-то у вас пойдет не так, то это, ну, там не 1 сантиметр, сколько вам надо, в общем. Смотря какой вы будете делать браслет. Рома, потише! Смотря какой вы будете делать браслет. Возможно, вы захотите шире там сделать эту косичку. Тогда вам надо будет пошире и сам браслет, и полоску. Я вот в 1 сантиметр беру. Размечаю свою кожу. Так. Если даже где-то их закривите, то это ничего страшного. Тут не требуется такой прям уж точности. Так, лучше. Отчертила я полоску. Теперь ее нужно отрезать. Вот видите, у меня вот тут шире, а тут как бы получилось уже, потому что сама кожа была такая. Ну, ничего страшного. Еще раз повторяю, что точности тут не требуется прям. Тютелька в тютельку. Я отрезаю теперь полоску. Наши заготовки готовы. Нужно теперь приклеить вот эту полосочку сюда с помощью горячего клея. Сейчас я возьму клей-пистолет. Сюда снимаю, Рома. Так, и вот капнем мы совсем немного клея и приклеим нашу полосочку. Пальцы тоже приклеиваются. Так, все, сейчас она подсохнет. Смотри сюда. Так. Ну, теперь можно начать плетение. То есть мы теперь то же самое, что и с ложкой. Выводим эту полосочку сюда. Вводим сюда, потом засовываем между. Теперь вот тут такой момент. Если бы у вас была кожа с двух сторон такая коричневая, то можно было, не переворачивая, сразу вот так загибать и плести. Но так как у меня кожа только с одной стороны коричневого такого цвета, то я перекручиваю тут на этой стороне, беру, перекручиваю и вывожу ее потом на эту сторону. И опять в серединку. Ты видишь там? И опять перекручиваю сзади, и опять вывожу только темно-коричневой стороной. Опять вывожу в серединку, опять перекручиваю и вывожу вот сюда сверху. Опять в серединку, опять перекручиваю. Так, ну вот продолжаем плести. Все время как бы подтягивать можно сюда кверху, но не сильно, чтобы у вас этот краешек-то остался. Вот так вот.
все время перекручиваю. Так, плетется это все очень быстро, браслет делается очень быстро, буквально даже, наверное, часа не нужно, полчаса, и ваш браслет будет готов. Теперь, если у вас закончилась ниточка, вот эта, которую вы плетете, веревочка, то опять же нужно с изнаночной стороны капнуть клей-пистолет и приклеить ее. И потом мы отрежем другую полосочку и опять приклеим. Далее, когда мы доплели до конца, мы приклеиваем кончик тоже клеем пистолета. Дыроколом, обычным дыроколом, мы пробиваем отверстие в коже. Затем мы с двух сторон, естественно, запекаем. Затем отрезаем кусочек кожи произвольно, веревочку, и ей уже будем завязывать браслет. Сейчас еще раз его покажу. Так, вот мы смотрим, как мы его будем завязывать. Естественно, тут можно придумать какую-то другую закрывашку. Допустим, бывают такие пластиковые защелки. Обычно, если кто видел, используются на стульчиках детских для кормления. Но там как бы большая она. Но есть такие маленькие. Сейчас сразу одену этот браслет себе на руку. Ну, в общем, все зависит от вашей фантазии и смекалки. Если вы придумаете какую-то другую закрывашку, как бы другой способ крепить этот браслет у себя на руке, то это только приветствуется. Ну вот, я завязала браслетик у себя на руке. Так он выглядит с обратной стороны. Если вам понравился мой браслет, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!